Привет всем! И сегодня у нас на распаковочке вот такая вот коробка со звездой и надписью «Армия России». Как вы догадались уже, это индивидуальный рацион питания для военнослужащих. Купил я его у нас на рынке за 250 рублей. Вот так он выглядит. Здесь присутствует такая наклейка, на которой указано, что это вариант номер 6 и срок годности. Ну, также небольшие характеристики, пищевая ценность и тому подобное. Ну, что я давно хотел купить, тем более 250 рублей недорого. Но по дороге домой не удержался и все-таки так распечатал. Но, честно, даже не открывал и не смотрел, что там, и не знаю. Но единственное, что я нюхал содержимое, и пахнет фруктово-яблочно-банановым каким-то запахом. Как бы там ничего у меня не распечаталось. Приоткрыв, видимо, такую коробочку с отверстием, это, видимо, за что надо тянуть. Вот так. Все, видите, пусто. Ну, и вот наше содержимое. Это у нас адаптовит. Это сок у нас такой растворимый. Далее чай майский, сахарный песок, армейский шоколад. Я когда служил, шоколада у нас не было. Еще песок, в каждой упаковочке по 20 грамм. И еще уже третья упаковочка сахара. Опять адаптовит, напиток растворимый. И еще один, то есть три. Нормально. Далее идет повидло яблочное. Ха. Закрыто, не протекло. Значит, это не от него пахло. Это уже хорошо. Далее. Сухое горючее. Ну, разогреватель портативный. Открывать не буду. Все и так знают, как выглядит сухое горючее. Еще один пакетик чая майский. Уже два. Кофе. Растворимый, натуральный. Ну, как раз утром, в обед и вечером. Сливки сухие, пакетик. Соль. Спички. Охотничьи я их раньше называл. А здесь написано спички водоветроустойчивые. 6 спичек и черкаш в вакуумной упаковке. Это, наверное, к этому у нас идет. Далее у нас перец черный молотый, 1 грамм, ну вроде и все. Нож пластиковый, одна штука, 3 вилки на утро, обед и вечер. Жвачка Дирол, грушевый коктейль, неплохо. Так, давайте чуть-чуть отодвину. Себе. Вот сюда буду раскладывать. Вот так. Далее 4 упаковки галет. Возможно, они даже разные, потому что видите по цвету. Двое светлых и двое темных. Возможно, разная фирма, а может и просто одни сладкие, другие пресные. Ну, 4 упаковки галет. Потом рагу из овощей. Целая, не повреждена. Сыр плавленый тоже. Паштет печеночный. Фарш колбасный. Шпик соленый. Сало, что ли? Ну, вот так, попробуем. Пюре протертое натуральное яблочное. Нет, целое. Я думал, может, от него запах идет. Нет, оно целое. Интересно даже. Так, а теперь тут большая артиллерия. Фрикадельки из говядины. Их вот 3 таких больших блюда на утро, обед и вечер должно быть.
Прикольно. 3 года еще гарантии, ой, срок годности у нее. На упаковке написано, что в этом году заканчивается. То есть еще целый год запас. Это неплохо. Каша гречневая с говядиной. И мясо с фасолью и овощами. Вот это я, честно скажу, очень хочу попробовать. Мне это нравится. Далее у меня идет тут салфетка дезинфицирующая. Одна штука. О нет, не одна. Три. На каждый прием пищи по разу. 3 таблетки для обеззараживания воды. И поливитамин. Одна штучка. Далее салфетки. 3 штуки, но жирные пятна. Так что, видимо, скорее всего, что-то протекло, либо на упаковочном цеху уже испачкали. Надеюсь, что все целое, это на упаковочном цеху было. Одна штучка у меня есть, и рекомендации по употреблению рациона питания, а также вот составы их. Почитаем, когда будет скучно. И ярлык какой-то. Ну вот, купил. Посмотрю, попробую. Если кто ел такой сухпайок, напишите, как он вам. Какой из других рационов вкуснее, чтобы я в следующий раз купил, себе попробовал. Ну, а кому понравилось видео, ставим класс. Пишите комментарии, я всем отвечу с удовольствием. Ну и подписывайтесь на канал, если кто еще не подписался. На этом все. Пока-пока.